Всем доброе суток. Златуха приехала с гулянки. С гулянки приехала Златуха. На проверку всех вольеров дать люлей. А как же? Ущенки подъели все. О, о! Ты на охране, Серый? Ты на охране? Ты на охране? Ай, мамку сразу атаковать! Вас, конечно, выпустить, конечно. Атака. Охраны. Не подходите к щенкам. Каюр, ты чё лаешь? А чё очку? Открачивай свою. Пух летит. Ты мне как шалавый. Да? Весь. Вон они. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Угу. А нахуй высоковатый. Все равно что-то сказать надо. Забыла что-то сказать? Вон они морды, да? Мамка пришла за ней. Трин-дрин-дрин. Серый, стой. Серый, пискля. Не надо у них подъедать. Злата. Не надо у них подъедать. Каюр. Пометьте уже. Пух все летит. На природу поедем по чешуте. Чуть-чуть подергаю. Подсматривать на молоко, которое стоит наверху. И на миске на ихней. Вот чук-чук-чук-чук-чук-чук. О, пошла массовка. И все отсосались сразу. Злат, иди гуляй. Якобы к щенкам. Но сама метит она на их миски. Злат, ну не надо терпеть. Все равно там нет ничего. Корябуются они. Там коготочки, зубки. Но все равно язычком они там подсасывают. Там нет. Ну, может, есть что-нибудь. Ну, наверное, может, чуть-чуть да есть что-нибудь. Зеленая трава. Ну, дома. Искупалась белка. Она постоянно ходит, купается, окунается, видать, жарко ей. Каюр, потом с тобой поедем, наверное. Тебя пощипаю. Встала на кормежку. Стоило. Брык-брык попадали. Умничка. Отваливаются, падают и промахиваются. Зацепиться не ложится мамка. Сейчас адаптируешься. Получше будет. Сил наберешься, мышцы все заработают в полную силу. Я тебя восстановлю, побегаем. Походим. Установишься, будешь под жарой у меня. Отъешься. Да, морда меня так посмотрела. Иди погуляй, пойдешь гулять, нет? Белка. Белкуня. Ну иди, я посмотрю на твою физиономию. Иди поближе, иди. Не идет, а пишет. Одной пишет, другой зачеркивает. Все зарастает у нас. Серебро зарастает. Морда. А? Морда, кто это сделал? Кто это сделал? Чук. Кайрбан летит. Тоже на такой лохмай. Они не будут тебя здесь щипать, там шерсть будет валяться здесь. Что? Поглажу. Давай. Ты в шубе. Такое ощущение, что тебе пуховик плохой продали. Встала, чик в ноги. Все. Нахрай. А сама хочет к Злате подойти. А Злата уже уши сложила. Златка-то уже уши сложила. Она видит твои намерения-то. Да.
На него он все в очередь вставайте. Где? Чезатрон. Чеза, маньячка ты маленькая. А, Чез, Чез, с косточкой, да? Некогда ко мне подойти. Златка раскорячилась. Жить захочешь, не так раскорячишься, да? Ну, а зачем ты ее дразнишь? Все. О, Чеза залетела к себе. Все, все, не нервничай. Не будут они больше. Все, все. Спокойно, мать. Спокойно, все, стой. Кормишь, корми. Он наяривает там. Отваливается только. Молочный еще. Но мясо подъедает, все равно гляжу. Ну да. Иди подъешь, иди поешь. Иди, иди, можно. Поешь, поешь, поешь. Не надо, но ешь, 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 ешь. Я тебе разрешаю. Ну, у тебя фарш с одним языком только лизнуть. Кобеляна, кобелина лезет. Кобель, да? Кобель. Нюхает ухо. Златка вам посуду моет. Мамка посуду помоет. Все сиськи проверяет, а там нет ничего. Сейчас молочко с творогом. Сейчас я им творог дам, молока. Подогрею все. Ну что, выходите. Поели? Перекусили 5 сек? Давай на улицу. Да, Каюр, скажи? А, Каюр? Каюр. Каюр. Немножко бока осталось. Спина все, задние ляжки почти все. Бока из-за шеи. Шея пошла, да. Ты таким дворовым смотришься, деревенским чисто. Нифига. Злат, не надо там копать эту, как Чеза. Ой, она есть. Бутузы такие классные, толстые. Брык сейчас упадет. Брык серый завалился. Брык, а брык. Все, потерялся. Где сиська, какую я сосал? Тык-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ой. Китьки отсосали, вон какие длинные у них соски там. Вообще кошмар. Маньяки. Ух ты! Ух ты! Ух ты, какая ты! А? Ух ты! Ух ты! Бела. А это все лает, а это надо проверить заодно. Охранники. Все, тихо. Идите гулять. Все сказал. Злата. Каюр, хватит пить. Иди. Каюр, иди садись. Иди, иди, иди провериться. Каюр. Каюр, иди садись. Иди, иди садись, иди. Ну-ка. Тебе высота пофигу. Ну-ка. Ты с места высоковато. Ага. Оба вдвоем как они, синхронно. Что там, Каюр? Каюр. Через забор бы немного, да? Где? Что там за дележка? Что там за дележка у вас опять? Охранники.
мышь не пролетит. Попи, попи, попил. Молодец, разберись там. Ну, война идет миров. Серый из-за будки выглядывает. Брик-брик, поучаствовать в битвах. Сейчас такие игры начнутся, это вообще кошмар какой-то. Злат! Родители! На щенков увидеть, а щенков увидеть не хотите ли? А? Иди понюхай, иди вон, иди, иди понюхай, иди, иди. Мать летит. Ох, 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 ох. На его лисенке. Лисичка, он сидит, почти ушки встали. Одно на полусогнутом. У этого встало, одно лежит, одно стоит. У сер... Чем дольше не встает, ну... Ой, ёп. Не встает уши, иначе крупные особи будут чуть попозже. Ну, тяжеловат. Там голову здоровую видно. Оп. Ханыга-барыга вышел. Чингисхан. О, летит, змей летит. Сейчас тебя Злата увидит, и она тебе даст люля-кебаб. Чеза, ты что там прихватывать хочешь по шее, около шеи? А? Чеза. Чеза, вон летит. Ну вот. Чеза сама лезет. Блин, раздеру. Да ёкарный, да. Разде. Еда, что ли, будет? Ну да. Гоняет мелкую. А Чеза какая? Дала, дали ли она? Пошла, пошла дальше фигачить. Ко мне прятаться. Все, и перед Златкой она. Ну, ей больше, конечно, Чезе вон надо что-то подобрать. Чего Злата выронила? Ей больше интересует, что в желудок попадет. Ну, и такое у нас бывает, да. Вон дерутся мышни. Серый валяет девчонку. Что-то накололся, что-то. Заднюю лапу. Ой, трусиха, что там у тебя? Что-то... Что-то накололся, испугалась. Чеза. Под левую лапу сейчас посмотрю. Ну, понюхай, понюхай. Что там у тебя? Пойди ко мне. Вода стекает и сразу домой. И копать что-то надо. И в то... Не пойму. Что ты там копаешь, Чеза? Ты чё? Вон на четырёх забегала. Дай гляну. Наколол уж ли где? Порезов нет, ничего нет. Ну все, забегал. Ой, господи. Каюр играет. Ну все, все, все. Не дает она никому. Не скоро разбегутся здесь. Копает что-то там Чеза. Все надо там покопать, там. Лапу где-то что-то там свело у нее там. Не дает каюру. Обнюхивает сразу кобелька. Не дает так.
Ну он просит, вижу, аж изгибается перед тобой, коза. Мать, ты чё? Матерзан, да? Каюрбанчик. Все, и ты хороший, да. Между раз. Сегодня не честен день, она как сумасшедшая сегодня. И от старших, и где-то лапу, и туда, и сюда, и быстрее все копать, как заводная кукушка. Наколола, видать, лапу где-то чем-то. Наступила на что-то, а что там могло быть? Ну, могло быть что-нибудь все равно. Стройка была, саморезик или, может, какой-нибудь что-нибудь. Гвоздик маленький, не знаю. Ну, чуть-чуть подхрамывает. Ну, вот чистая лапа у нее. Иди, иди, Белый, иди, иди, иди. К тебе уже в гости одна приходила, щеночек. Иди посмотри. Бел, Бел, иди, иди. Куда он зашел? О, вот он. О, 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 не подпускает близко. Чезу загоняли вы. Не сгибает так сильно. Ну, чуть-чуть под храмой. Пройдет. Там дербанит кого-то. Пойму кого. Ползи. О. Меня раздевать. Серый нападает на мамку. Одно ухо поднимается, одно. Тык. Самый смелый это вот кобель выходит быстро. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Белка его нюхает. Игрушку нюхает. Кто такой пищит, скажи? Интересный друг, да? Такой он толстожопый. Домой, домой. Каюрчик, да, ты за Златой смотришь. Злата кушает у Чеза. Нюхается, белка нюхает через решетку с щенком. Каюр пошел. Щенки дерутся, он ходу назад. За жопу Серый схватил. Ух, Серый будет хороший, серьезный пес. Ну, дербанит девчонку. Давай, папаню махани. Вот такой у нас выгул. Немножко с битвами, немножко с беготней, немножко травмы, немножко это. Да, глыбак собака. Ну, бывает все. Антона и стая, когда было много собак. Глаз и глаз, и все. Все, прошло. Прошло. И морда. Огрызается, ну, как бы, что ты мне не даешь, а сама потом раз, и опа, и ложится. И ко мне, а? Ай, змея-то, а что ты с огрызанием-то? Не, чтобы просто отойти, Златка тебя отгоняет. Нет, ты должна ответку ей включить. Тоже так же огрызаешься, как она. Это же ее дети, не твои. Каюр, по мискам хорош шакалить? Что-то щенок тащит в будку. Игрушку. Дин, 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 дин. Сейчас я посмотрю, какие у меня игрушки есть, я вам накидаю. Дай я. Заходили, запели. Белка уже там ругается. А, Злата срыгнула это, когда дралась. У белки схватила соломы, ты полный комок мяса. Поэтому это.
Вот шакаль. Все, мне их надо загонять, раскидывать, потому что это уже дурдом начинается. Видите, они друг за другом ходят, смотрят. Потом могут быть и битвы, и дальше продолжаться. И всего-всего. Раздухарились. Всем-всем надо. Заодно все вольеры охраняет. Сейчас я его закрою. Не да... Упадешь. Серый, ты чё? Домой, да, сейчас? Сразу ходу. Влад как охраняет щенков. Наконец ты мисками начала греметь, а? Мадам. Брошкина бы. Когда бы я послушал, все поныкало. Вся солома ушла на нычки зимние. Ну что ты его прикусываешь? Дик, оп. Послушник обеим. Понимает все. Не надо только метить койор. Все, сели там щенки. На место все. Пойди-ка. Койор. Что вы все закружили? Это все, это хана. Злата, иди гуляй. Злата. Все, все, все. Посмотрю сейчас игрушки. Будете таскать. Во гремя. Во мисками. Во загремели мисками. Да не пальцем мне грязи. Куда? Серый, ты что делаешь? Нога-то вам что сделала? Ну все, кирдык облепили. Ноги вас кормят, между прочим. Не-не-не, шнурки там, все остальное. Братва. Мелкая. Кто там сзади? Тихо. Задний ход не знает, как дать. Спускайся уже, а потом поднимешься. Быстрее, 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 быстрее. Истерику. А, нет. Злата опять зашла, потому что я налил молока. Сначала прыгает, мам, пусти. А кобель он наелся больше всех, ему пофигу. Лис села. Ой, все, ладно, дел полно. Надо им сейчас все буду заниматься. Каюр, тебе не стыдно? Что ты у нее подъедаешь там? И она ему дает, чтобы он подъел. Все какие вы сразу стали, да? Съедать все у себя. Каюр. Морда. Все, вы раздурились. Вон, 24 минуты уже. А... С ума сойдешь, сколько вы всего переделали за этот видеоролик. За это, пока я снимал. Успели и подраться, и пожрать, и поругаться, и поохранять, и искупаться, и побегать, и на... Чеза успела все, и покопать, и травмироваться, наколоться. Лап придерживает кверху. Все, доел? Все чистые тарелки? Ну, наконец-то. Все, хотя копыта я вам давал. Давайте, увидимся на канале. Буду я дальше сейчас пойду воды наберу. То есть все. Злата, иди к себе. Злата. Злата.
Злат, иди к себе. Злат, иди ко мне сюда. Иди к себе. На квартиру. Идите на место все. Все, хватит мамку дудолить. Нет там ничего уже. Вот как приятно смотреть, а? Так, воду я сейчас вам поменяю, все. Так, золотое закрыл. У тебя тоже чисто. Я только у белки тогда поменял. У тебя чистая вода. У тебя тоже чистая еда есть. Угу. Пойду я на колодец, наберу воды. Все, увидимся на каналах. Всем спасибо, что посмотрели. Уделил я минуточку внимания. О, 25-26 минут. Ну вот. Буду заниматься дальше ими. Поочередно. Чего да как. Все, пока-пока.